«Знай наших» – подведены итоги регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области 2020». В номинации «На севере жить здоровым быть» в числе призеров детский сад номер 35 города Апатиты. Этот успех стал возможным благодаря тесному сотрудничеству дошкольного учреждения с компанией «Фосагра» и ОНО «Дрозд Хибины». Евгения Туинова расскажет, а Илья Максимов покажет, как малышам в детском саду прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни. В 2014 году впервые в Дрозд Хибины были привлечены дошкольники. И первыми стали дети детского сада «Машенька» в Апатитах. Основное направление работы – физкультурно-оздоровительное. Создать все условия для развития здорового ребенка позволило социальное партнерство с компанией «Фосагра». У ребят из старшей группы «Акварелька» торжественное событие – посвящение в Дроздята. Чтобы получить заветное удостоверение с печатью, нужно пройти не одно спортивное испытание. Выполнить эстафету с игрушкой, бег с мячом, перетянуть канат, проползти по-пластунски. Несмотря на отсутствие родителей в зале, вместо них фотографии на стульях, таковы меры предосторожности. Команда «Улыбка» и команда «Дружба» справились отлично. Тренеры ОНО «Дрозд Хибины» берут ребят в свою команду. Зубаревой Алине. Дети получили удостоверение и подарки от компании «Фосагра». Теперь они будут вовлечены во все спортивные мероприятия ОНО «Дрозд Хибины». К тому же «Дроздята» обладают всеми необходимыми для этого качествами. Смелые, потому что они храбрые, а еще они спортивные. Сильному отжиматься, подтягиваться. Я там люблю спортом, тренируюсь. 6 лет назад тренеры ОНО «Дрозд Хибины» стали проводить первые занятия по общей физической подготовке с детьми 35-го детского сада «Апатитов». Разработали совместный с воспитателями план оздоровительных мероприятий, открыли школу мяча, школу шахмат. Дети стали участвовать в марафонах, гонках, футбольных матчах в Хибинском спортивном фестивале. Пополнение материальной базы, спортивной базы. «Дрозд Хибины» очень нам помогает в этом. И оборудование, и инвентарь. И в этом году нам выделили средства для закупки уличного спортивного оборудования. Ну и, конечно, каждое мероприятие «Дрозд Хибины» приносит массу подарков для детей. Особая развивающая среда, созданная в детском саду, открывает способности и индивидуальность каждого ребенка. Словом, обеспечивает условия для маленьких побед каждый день.